За Господом крестоносцем нельзя идти без креста. И все идущие за ним непременно идут с крестом. Что же такое этот крест? 2000 лет мир живет под знаком креста. В сознании каждого верующего человека крест неразрывно связан с добровольной жертвой Сына Божия Иисуса Христа, принесенной за беззаконие всего мира. По неизреченной любви к грешному человеку и к каждой душе человеческой Спаситель сошел с неба на землю, был гоним, осужден и распят, умер на кресте и своими страданиями, и своей кровью искупил наши грехи. Но если бы жертва Христова закончилась лишь смертью, то на что бы мы могли надеяться? Если нет воскресения мертвых, говорит апостол Павел, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Однако Господь дал нам великое упование в своем воскресении из мертвых, победив не только грех, но и самую смерть. И такое орудие мучительной казни стало знаменем победы Христовой над злом, тлением и смертью. Сегодня, как и во все века, честной животворящий крест Христов – главный символ христианства. Но мало назвать крест только символом. В нем заключается истинная сущность христианства. Настоящий гимн кресту Христову воспевали многие святые отцы православной церкви. Когда враг теснит меня греховными помыслами и чувствами, и я, не имея свободы в сердце, изображу несколько раз с верою крестное знамение, то вдруг и грех мой отпадет от меня, и теснота исчезает, и я выхожу на свободу. Вместе с христианством в X веке пришел в Россию, в то время Киевскую Русь, и крест Христов. Крещение Руси святым равноапостольным князем Владимиром в 988 году знаменовалось прежде всего тем, что с киевских холмов были сброшены языческие истуканы, и на прежних местах идольских капищ были воздвигнуты животворящие кресты. Поклоняйся кресту не в одном храме, где он украшен, но везде, где не встретится, в обиделе от ближнего, в потере ли имущества, в болезни ли, в другой ли какой печали, поклонись ему и облобызай его и всем случаям.
Сим, и токмо сим докажешь, что ты поклоняешься не злату и сребру во образе креста, а истинному кресту Господню, который на Голгофе был покрыт не каменьем дорогим, а кровью и слезами. Ныне радость на небе и на земле, ибо светоносный и животворящий крест Христов является миру. Ведь там, где изображается крест из любого вещества, туда приходит благодать и освящение от пригвожденного на кресте Христа Бога нашего. Крест Христов, величайшая слава христиан. О крест Христов, избранный предмет проповеди апостольской. О крест Христов, царский венец мучеников. О крест Христов, драгоценнейшее украшение пророков. Крест Христов.
Христов, блистательнейшее озарение всего мира. Креститься. Трехкратное погружение во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Крещается раба Божия Ангелина во имя Отца. Рава Божия Ангелина, в ризу радости во имя Отца и Сына и Святого Духа. Воспевает крест Христов, кресту кланяется, кресту служит, крестом венчается, крестом ограждается, крестом освящается. По всем нашим молитвенным книгам рассыпаны эти искорки, дивные молитвы и песнопения, зажженные верою в Бога и любовью к Церкви и красоте духовной. Крест поистине царский венец воинов Христовых. Крестом освящались все святые, крестом спасались все праведные, крестом, как божественную лестницею, восходили на небеса все угодники Божии. Чего радостное чувство объемлет нас при виде водружения креста на храме. Потому мне кажется, что христианская мысль привыкла не разделять креста от Христа распятого. И в кресте видит Христа, как и во Христе видит крест, ибо распятый Христос представляет собою крест. Спаситель наш,
пострадавший за нас на кресте. Молим Тебя крестом Твоим, начертай крест Твой в умах, сердцах наших. Дай нам веру непостыдную, любовь нелицемерную, надежду светлую. Благослови наши дела, труды, слова, чувства, желания и помышления. Придет время, угаснет светильник нашей жизни, сомкнутся наши веки, навеки застынет кровь в жилах наших, а над могилой нашей все еще будет виднеться святой крест, и этот священный памятник скажет всем проходящим: здесь покоятся останки христианина до второго и славного пришествия Христова. Вот уже 2000 лет идут, неся свои кресты, люди, верующие во Христа. Они идут вслед за Ним, толпа за толпой, и на пути видны бесчисленные кресты, на которых распинаемые ученики Христовы. Крест за крестом, куда ни взглянешь, все кресты. Мы видим мучеников, перенесших телесные страдания, видим подвижников, героев духа, видим монахов и монахинь, священников и пастырей, но во много раз больше видим простых, обычных, неприметных людей, народ Божий, добровольно взявший на себя крест Христов. Нет конца этому шествию. Они идут из века в век, зная, что Христос предупреждал о том, что на земле они будут в скорби, но что Царство Божие принадлежит им. Они идут, идут чистые жертвы Богу, старые и юные, дети и взрослые. Ты выше, чем колонна Рима, поставил знаменье креста. Несокрушима, недвижима твоя тяжелая пята. Для них, детей тысячелетий, лишь сон, видение этих мест, и это твердь и стены эти и твой взнесенный к небу крест.